уникальный музыкальный инструмент, фестивалю детского вокально-хорового искусства «Дружба дирижер», который прошел в Центральном дворце культуры, в этом году исполняется 25 лет. За четверть века фестиваль стал известным на всю страну. Это большое событие в сфере культуры. Фестиваль проводит Щелковская детская музыкальная школа. В этом году он посвящен 80-летию учреждения. Муниципальные власти оказывают всемерную поддержку развитию талантов детей и объединению усилий в этом направлении многих преподавателей, как из местных музыкальных школ, так и из региональных учебных заведений музыкального профиля. Вот такое содействие отделу культуры, муниципальных властей, содействие работе школы, работе хоровых коллективов, это идет на пользу всем нам. И родителям, которые отдают детей, и, в общем-то, от их усердия, от их терпения зависит успех таланта их ребенка. В этом году в фестивале приняли участие десятки коллективов, которые съехались в Щелково со всей Московской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и многих городов России. У нас очень большие возможности, у нас очень много школ эстетического направления, школ искусства, музыкальных школ. Вот. И в этом отношении нам только петь и петь, учиться, учиться, творить и творить. Через голос мы и благодарим Бога, через музыку, через слова. И вот в ребят это очень получается. Татьяна Валентиновна и Алексей Алексеевич, замечательные руководители, смогли создать огромную школу талантливых людей. Праздник хорового пения продолжался на протяжении 3 дней. В нем участвовали более 800 детей. На празднике пели и вокалисты, которые выступали на фестивале 25 лет назад в составе детских хоров. На фестиваль приехал детский коллектив из Санкт-Петербурга, музыкальным руководителем которого является воспитанница нашей Щелковской музыкальной школы, а в дальнейшем выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных Елизавета Журавлева. Межрегиональный фестиваль детского вокально-хорового искусства «Дружба дирижер» порадовал гостей Дворца культуры многими красивыми номерами. Благодарные слушатели очень тепло встречали выступления хоровых коллективов. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.